Здравствуйте, я Дмитрий, эксперт МВидео. Представляю вам золотой холодильник LG с нижней морозильной камерой. Такой красавец создаст эффектный акцент в интерьере или вовсе станет центральным элементом в обстановке. Но внешность тут не главное. Важнее, что он просто создан для запасливых хозяев. Высота холодильника 2 метра, а общий объем 360 литров. Он очень просторный. Сразу привлекают внимание две зоны свежести. Один ящик с регулируемым уровнем влажности для овощей и фруктов. Во втором контейнере можно настроить температуру от минус 2 до плюс 3 градусов по Цельсию для хранения свежих мяса, рыбы или зелени. Здесь продукты качественно охладятся, но не заморозятся, а значит сохранят не только витамины и насыщенный вкус, но и аппетитный внешний вид. Холодильная камера оснащена системой многопоточного охлаждения. Холодный воздух равномерно распределяется по всему внутреннему пространству отделения, включая даже полки, расположенные на двери. А это важно. Например, молоко тут точно не скиснет раньше времени. Эргономика у этой модели на высоте. Три полки из ударопрочного стекла можно устанавливать на разную высоту, регулировать ярусы по своему усмотрению. Настоящий конструктор. А для большего удобства одна полка складывается. Простым движением можно освободить место под трехлитровые банки или высокую кастрюлю. Также предусмотрен расширенный винный кронштейн, вмещающий до 5 бутылок. Замороженные продукты должны храниться упорядоченно. Отдельно мясо, отдельно рыба и овощные заготовки. Морозильная камера этой модели с такой задачей справится. Здесь три больших ящика общим объемом 105 литров. Разморозка во всем холодильнике идет в режиме Total No Frost. Можно забыть о регулярной борьбе с сосульками и инеем. Это отлично, минус одна забота у хозяйки. Настроить температуру в обеих камерах, активировать функцию суперзаморозки или включить режим «Отпуск» можно с помощью внешнего дисплея. А если, опаздывая на самолет, вы все же забыли перевести холодильник в режим бережного потребления электроэнергии, ничего страшного. Контролировать его работу можно прямо с телефона или планшета, находясь хоть за тысячи километров от дома. Нужен только доступ в интернет и установленное фирменное приложение. Кстати, мотор у этой модели тоже соответствует передовым технологиям. Линейный инверторный компрессор работает так, что ему не требуется включаться и выключаться. А это сокращает уровень шума и расход электроэнергии. И, разумеется, продлевает срок службы прибора. Подведем итог. Холодильник LG с управлением по Wi-Fi – это надежный вклад в семейный комфорт. Такая умная, стильная модель подойдет тем, кто идет в ногу со временем. На этом я с вами прощаюсь и вместе с MVideo желаю вам удачных покупок. MVideo. Нам не все равно.